Сейчас будет происходить некий перегон скота. Осложняется это все дело тем, что вот эти айширские телочки, они никогда еще и не гуляли. То есть они не знают, что от них требуется. Их перегоняют из одной клетки в другую. Впереди стоит этот самый скотовоз, который привез следующую партию телят. Но чтобы не переставлять разгрузочную, как это правильно, эстакаду, да, то есть решили попробовать телят перегнать. Сейчас мы посмотрим, что из этого получится. Можно кричать? Да, можно. Кричать-то можно в любом случае. Дочи, лапочки. Давайте, кучи, мальчики, давайте, пошли. Самая еще основная задача, что вот эти три мощных молодых человека, не 3-4, то есть они не дают животным выйти на ту сторону. Давай, Максик, прикрывай. Вот. Вроде пока процесс пошел. А может надо? Отойди подальше к машине. Ой, иди, моя говорунья. Иди. Вот такие, друзья, дела. С веселыми криками подгоняем стадо айширских телочек на другую клетку. И сейчас мы приступаем к разгрузке новой партии животных. Их решили не смешивать, потому что тех, которых сейчас привезли, они чуть-чуть крупнее, насколько я понял. И это мы сейчас с вами посмотрим. Давай.
Давай, иди. Иди. Где, подожди, не толкай! Молодец, хорошая девочка.